Ярославской области в 2,5 раза увеличились темпы жилищного строительства. Только за первый квартал введено в эксплуатацию более 162 тысяч квадратных метров жилья. По словам заместителя губернатора Натальи Шапошниковой, это рекордный показатель для области. Более 95 тысяч квадратных метров построено в Ярославле. Основные строительные работы ведутся в микрорайоне «Сокол». До конца года там сдадут около 50 тысяч квадратных метров жилья. Всего в Ярославской области планируют сдать 559 тысяч квадратов.